Когда запыталки, вот ничего хорошего. Даже, ну. Да, ничего хорошего с этого не будет. И убеждали, и подталкивали, и там все было в одном, там много было. В одной ситуации, как бы, ей говорили, что это будет все хорошо, и подталкивали, и вообще делали все, чтобы я это сделала. Я тогда вообще еще, как бы, я боялась и не знала, что будет дальше, и будет это и хорошо, или плохо. Получилось, что и хорошо, и плохо, но больше всего плохо. А теперь я думаю, что каждое мое решение должно исходить от меня.